Где это я? Похоже, в казарме. Это намного лучше, чем очнуться в коптерке на столе у какого-то барыги. Ну давай, братишка, рассказывай, что я натворил. Или что вы вытворяли, пока я спал. Очнулся? Это хорошо. Помнишь, что с тобой произошло? А, ты пытаешься мне плоско намекнуть, что ты меня спас и в благородство играть не будешь. Я выполню для тебя пару заданий, и мы будем в расчете. Шутишь? Это хорошо. Значит, жить будешь. Моя фамилия Лебедев. Я начальник группы и отвечаю здесь за все и за всех. Ладно, прервемся на время. Приходи в себя, мне нужно закончить работу. Ну хорошо, всхрапну еще пару часов, а ты пока иди работай. Вольно, можешь быть свободен. А мне нравятся эти парни. Так, поглядим, что здесь есть интересного. Здесь нужно срочно уменьшать популяцию лягушек, потому что спать здесь невозможно. Да по-любому эту штуку фронтовики изобрели. Мне глючит или этот огонек действительно постоянно горит где-то с краю? Нет, точно глючит. И что здесь все так выброс не любят? Вон как вставляют. О, шустрый, привет, дружище. Ну наконец-то подобрали тебя хорошие люди. А не то так и валялся бы, как шваль подзаборная в деревне новичков. А тут гляди-ка, на человека стал похож. Так, посмотрим, что у нас тут у Лебедева в арсенале имеется. О, карта, конечно, пустили какого-то левого наемника, да, пусть посмотрит наши стратегические карты, что такого? Пусть у нашего полкана по шкафам пошмонает, в спальню зайдет. Но в самом деле, не найдет же он там пистолет с ножом. Давай-давай, топай к бармену, прими полста крепкого и возвращайся. Да ты вообще самый охрененный батя, которого можно встретить. До встречи. Какие люди на нашем болоте! Давай плескай полста и зубы мне тут не заговаривай. Привет, наемник! Вот ты стала быть какой. Так, ты пей и слушай. Слышь, мужик, погодь. Слишком много текста. Я слушать устану, а читать за... Короче, тоже устану. Давай покороче. Влад, закругляйтесь с разговорами. Наемник пусть зайдет ко мне. Ну вот, Лебедев сказал надо, боец ответил есть. Так что давай, брат. Раз уж Лебедев тебя ждет. Ну хорошо, хорошо. Здрав буди, выбросоустойчивый. Как насчет выпить, закусить? Как пионер, всегда готов. Давай-ка ты к Лебедеву. Слушай, ты че, угораешь, что ли? Ты же мне только что выпить предлагал. Ну-ка, давай там, показывай, где у тебя синька. Заходи еще, вот. А то скукотища тут. Ой, извините, но мой кошелек у вашей выпить и закусить не вынесет. Лучше я пойду водички попью, радиоактивной. Вдруг вставит. Чувак, по-моему, для шустрого ты слишком вялый. Четвертые сутки без сна, дай отдохнуть. Слышь, мужик, отдыхать в морге будешь. Да все, все, отстал. Просто хотел посоветовать, что на кровати как-то лучше отдыхается. Ну вот, сейчас мне выдадут пистолет и все начнется, но сначала... Я должен кое-что сделать. Бармен пообещал мне полсоточки, но я что-то не ощутил их. Поэтому включаю добытчика и подрезаю литру у местного кладовщика. Упс, еще и аптека на автомате подрезалась. Все, давай там мой ПМ с ножом, да я пошел. Вот, держи. Это базовый набор снаряжения специально для патрульных заданий. Как много всего. Похоже, парой заданий я от вас не отделаюсь. Так, посмотрим. Обрез. Калаш еще без патронов. Шикарно. Чего тебе, сталкер? Чего-чего? Пора идти славу зарабатывать. Ну вот мое первое задание. И я уже буксую в первой же луже. Давай на вышку. Здесь можно укрыться от монстров. Мужик, если б я хотел прятаться от монстров, я бы делал это на вашей базе. Там, по крайней мере, хоть бар есть. Наверное, эти два жмура тоже так считали. Тем более, это просто свиньи. Свиней боятся, на шашлыки не ходить. Ну давайте, мои маленькие поросята. Так, подождите, не все сразу. Спокойной ночи, Хрюши. Выброс, выброс! А, бегом, бегом! А куда бежать-то вообще? Так, сейчас посмотрим. Это что, шутка что ли такая? Ну так я тогда в болоте сразу утоплюсь. Похоже, не успею. Опять казарма. Я очнулся поперек койки. Видимо, пацаны бросили как попало, потому что их уже достала моя выбросоустойчивость.
Ну что ж, пойду снова к бармену. За полста. Нужно ведь восстанавливаться. Здорово, мужики. Что, отдыхаем? Ну, по крайней мере, хоть кто-то пытается себе искусственное настроение поднять. Эй, я не понял, а где байки? Гитара где? Где музыка? Где анекдоты? Эй, я куда попал вообще? Мы на подхвате. Вы на подхвате. Не, все, пойду я точно теперь в болоте утоплюсь. О, из новозоновский высер. Черт, как же здесь много этих высеров. Вот тварина. Хотела меня своими там... Что у нее там вместо рук потрогать? А ну лежать на болоте, теперь новый шериф. Ну наконец-то мои любимые враги пошли. Хера как он прыгает. Теперь, по крайней мере, убивая противников, будет хоть какая-то выгода. Чертова трава, чертовы бандосы. Как они видят меня сквозь эту траву? Так, чувак, не дергайся. Ты что-то хотел? Нет-нет, ничего особенного. Я просто стою почти на твоей голове. И похоже, я застрял. На цыпочках? Кто это сказал? Вот вы это сейчас серьезно? Вы же похожи на дурачков, которые вышли на прогулку. Эй, позовите кто-нибудь доктора. Рванули! Хера вы рванули, я аж догнать вас не могу. Эй, ребят, стоп, выпустите меня отсюда. А не то сейчас гранату брошу. Надо же, сработало. Ну вот и все, фраерок, допрыгался. Теперь твоя волына мне будет верой и правдой служить. Да... Слушай, ты в другом месте где-нибудь можешь постоять? Чего тебе? Да ничего, просто скальпировать тебя хочу, и все. Ты что-то хотел? Иди лучше колбаски наверни, антиродинчика 0,5 дерни. И тебе хорошо, и мне не мешаешь. Я со своей пушкой никогда не расстанусь. Днем в руках держу, сплю, она у меня под боком. Я с ней, он, говорю даже. Ну и пускай думают, что псих. Она мне, может, 1000 раз жизнь спасла. Так может или спасла? Тут бы поконкретнее. И с кем ты сейчас разговаривал? Ты говорил с кем-то про пушку. Чертов, мать твою, шизофреник с пушкой. Так, сидим, ждем. Давай-давай, подпустим поближе и раздадим по щам. Идут. Сейчас-то маслину поймает. Эй, ты че, сын стекольщика? Не высовываться. Окей. Здорово, тебе чего? Короче, биг тест и фри, и коктейль какой-нибудь, на твое усмотрение. Да и себе что-нибудь за компанию возьми. Не засада, а балаган какой-то, и вообще бандосы-то где. Я даже на секунду забыл, зачем я. Думаю, сейчас все будет по-тихому, сниму всех, и никто ничего не поймет. Так, ты будешь первым. Ильюха гнилой. Ильюх, у тебя ж голова прострелена, молча лежи. Какого хера? Да нахрен эту тупую пукалку! И тишина! Эй, привет, дружище! Спасибо за просмотр! Оставляй свой комментарий, ставь лайк, подписывайся на канал. За любое из этих действий я буду тебе очень признателен. Прямо от души, братан. Ты также можешь поделиться этим видео с друзьями, вдруг им тоже зайдет. А это был сталкер «Чистое небо» у микрофона Дедуген. Поэтому всех благ тебе и хорошего настроения. Счастливо! Ёканый шашлык.